Друзья, 2023 год продолжает нести с собой печальные вести из мира отечественного кинематографа. Уход из жизни талантливых актеров становится тяжелым испытанием для нас всех, ведь они оставили незабываемый след в истории российского кино. Каждый раз, когда мы узнаем о потере еще одной кинозвезды, сердца сжимаются от горя. Эти актеры были не только иконами нашего культурного наследия, но и источником вдохновения для многих. Их талант, уникальность и проникновенные выступления оставляли нас пораженными и восхищенными. Со скорбью сообщаем вам. В Москве на 70-м году ушла из жизни Проклова Елена Игоревна. Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Начала сниматься с середины 60-х годов, а играть в театре с середины 70-х. За это время сыграла около 40 ролей в кино, наиболее известна в роли Ларисы Ивановны из «Мимино». Заслуженная артистка РСФСР, пик ее славы пришелся на 80-е годы. Начиная с 2000-х, Проклова стала больше появляться на экранах как телеведущая Первого канала.